Программа фестиваля будет действительно очень интересная. То есть я как зритель, безусловно, бы захотела там присутствовать. Хедлайнером фестиваля у нас объявлен Рэнди Брейкер, это пятикратный обладатель премии Грэмми, легенда. Также победительница Евровидения Джамала, прекрасный пианист, он уже бывал когда-то в нашем городе, Сайрус Чеснот, это солист Дизи Гиллеспи джаз-оркестра, Линкольн джаз-центр джаз-оркестра. Также будет среди громких имен французский пианист Винсан Буржекс. Специальный гость этой программы – бывший участник квартета Майлса Дэвиса Рик Маргица. Андрей Кондаков, наш земляк, привозит очень интересную программу. Называется она «Андрей Кондаков International Jazz Band». То есть это состав из 6 музыкантов, каждый из которых звезда и каждый из которых представляет свою страну. Денис Пашкевич, саксофонист из Латвии, Танель Рубин, ударник из Эстонии, Оливье Кир-Оре, мастер губной гармоники, редкий в джазе жанр, из Франции, Рикард Мальмстем, бас-гитарист и композитор из Швеции. Да, Пол Боленбек, виртуоз джазовой гитары, тоже, в общем-то, очень громкое имя музыки. Ну, я еще, наверное, сделаю акцент на очень интересной молодой команде. Это звезды Линкольн джаз-центра, ребята, кому в среднем до 30 лет. Вот, называются они группа The Shakes, и их лидер Майкл Венса. Также будут еще, безусловно, представлены киевский коллектив «Квинтет Дмитрия Александрова» и наша легендарная группа из поколения основателей джаз-фестиваля – это группа «Кредо». Будут люди, наши земляки, которые, ну, которым дал старт наш город, который тогда еще был Днепропетровск, которые стали действительно звездами джаза. Те, кто остались в этом городе, это, безусловно, легендарная «Кредо» Олег Косько. Будет Валерий Щерица, трубач, один из сильнейших, на мой взгляд, я не буду говорить на территории СНГ, я думаю, европейского масштаба. Ирина Родилес приедет, джазовая певица, которая сейчас живет, трудно произносить это слово в Москве, но тем не менее она там живет. Вот, и она участвует в проектах Макаревича «Идиш джаз», и, ну, со всеми, которые, да, она приезжает со своей командой. Андрей Кондаков, само собой, тоже наш земляк, там, джазовый пианист с мировым именем. Из Германии Виктор Елен приезжает, из Соединенных Штатов Виктор Двоскин, легендарный контрабасист.